кто-то задал мне вопрос, а как там мои бегонии? Ну, прежде чем показать мои бегонии, я хочу вам показать герань, которую я купила. Кто помнит, я ходила в Баннинс и купила такую новую герань. Смотрите, вот это был такой цветонос, слегка лысенький, потому что он облетел. А теперь он, смотрите, как раскрылся. Это вообще что-то волшебное получается. И вот следующий уже раскрывается. Эта герань как бы заняла достойное место у меня на балконе. Так, ну это моя алая герань приживается. Приживается, не волнуйтесь. Смотрите, видите, да? Там он срединочки, растут новые листики. И эти не вянут. И тут тоже. Да, я знаю. Потому что это дело далеко не первый раз. Так, тут мой лук и чеснок колосится. Ну, это всегда красиво цветет. Теперь, что касается бегоний. Вот это у меня их 4 получилось, проснувшихся. Одна. Потом вот эта вот шикарная, которая первая проснулась. Ну, нету еще на ней цветочков раскрытых. Поэтому я и как-то не хотела ее и снимать-то. А, ну, потом решила, да ладно, почему не снять. Там он внутри еще много бутончиков. То есть это такая розовая красивая будет. Тут вот бутончиков много внутри. Там он под листиками везде прячутся бутончики. Так что, ну, я надеюсь, к Рождеству она, может быть, даже и расцветет. Ну, то есть как бы не тот момент именно к Рождеству, просто... Сегодня у меня какое там получается уже, ну там неделя где-то остается, да. Вот. Эта бегония тоже так очень ничего растет. Так, которая у нас тут следующая, вот, тоже была такая проснувшаяся, спящая красавица. Так, эта геранька моя ничего, цветет красная. Еще немножко, еще чуть-чуть, и опять зарастет пышными кустами. Это вот тоже герань. Ой, господи, герань. Бегония. Знаете, как начнешь там герань, бегония, там была азалия, что там еще, пока там я, ну, я не буду сильно там изрывать ее, чтобы найти какие-то там бутоны. Ну, в общем-то, выглядит ничего. Картошечка, наконец-то начала желтеть. Цвести она и не собралась. А, знаете, я думаю, это сорт такой картошки. Потому что я же не первый раз вот так вот сажаю по одной картошке в горшок. И у меня, это раз четвертый или пятый, у меня только один раз какая-то зацвела. Были такие цветочки на ней. А вся остальная вот так вот росла, потом начинала желтеть. Так что скоро уже можно будет собирать урожай. Так, ну это тут моя мята, ну и моя розовая. Вот такая, знаете, неприхотливая герань. Вот что называется неприхотливая. Всегда, когда смотрю, вспоминаю, это моей внучке больше всего нравилась такая розовая герань, когда она была маленькая, приходила ко мне. Я ей там показывала красную, а она мне говорила, и вот это, и розовая. Вот, ну а вот это, конечно, это вообще шикарная. Вот камера так обманывает. У нее такой красивый цвет, и она так красиво выглядит. Я очень рада, что я ее купила, кстати. Потому что она очень хорошо сочетается вот с этой моей, такой, более темненькой. Может, я потом со временем их как-то рядом поставлю. Ну, пока я ее переставила сюда. Пускай тут постоит. Вот, это то, что я хотела рассказать про свои бегонии и про свои герании. Или гераниум. Ой, тут так столько этих цветов. Да. Если учесть, что я ее тоже так хорошо подрезала. Щедро. Ну, а я теперь в ожидании, когда вот эта моя алая герань вырастет. Ничего, вырастет. Быстренько вырастет. Вот это вот была такая светло-розовая. Какая-то она. Это здесь я посадила 4 отростка от нее. Ну, тоже вот этот отросточек тоже как бы принялся, растет. Да они все принимаются. Ой, да, вот даже тут какой-то цветочек поимелся уже. То есть, знаете, здесь герань, она такая неприхотливая. Ткнул ее в землю, поливай, и она будет расти. Потому что воздух влажный, а что ей не расти? Так она и будет расти. И радовать меня и вас. Ну и такой бонус.
конце Савиньон. Она вчера мне не попала, или когда я там снимала, позавчера, что ли, эти свои орхидеи. Ну, не попала, как-то я проскочила мимо нее. А теперь, смотрите, у нее таких два красивых цветка уже, бутончики здесь. Очень красивая орхидея, намного красивее, чем снимает камера. Потому что камера делает светлее, а она на самом деле, у нее такой насыщенный красивый цвет. Ну и вообще, замечательная орхидея, такая, знаете, какая-то утренний восход солнца.